Вы на канале Сестренки Шоу. Меня зовут Мирося, это моя младшая сестра Злат. Сегодня маме будет кто-то прятать подарки, а мы будем их искать. А поэтому мне счастье. А вы не знаете, почему у Мироси король шаров? Потому что это самый большой шар. Просто сегодня баба. Смотрите, это наш король, и он больше всех остальных шариков. И помните, этот шар. Угу. Этот? Больше такого ни у кого нет! Сейчас нам будут прятать подарки, а мы отвернемся и будем считать до. Да. Давайте подглядываем. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Ну, мы досчитали или нет? Еще нет. Пусто? Я нашла! Покажи. А я его не нашла! Я нашла! У меня одинаковый склад попался, держи. Вот это не пусто! Мирось, ты же будешь делиться со Златой? Да, если у меня попадется одинаковый, я буду. Я ой, Златик нашла? Да. Ищи, малыш, дальше. А ты, Мирось, что-нибудь еще нашла? Поделишься со Златой? Тебе розовый. Ура! Моя нога, смотри! Смотри, мне попался синий, а я тебе нашла зеленый. Это щеночки! Класс, да? Смотрите, прозрачные ушки! Покажи. Покажи ушки прозрачные. Класс. А, это мои! Это мои! Давай! Подарки! Мои подарки! Ну все, вы, получается, все подарки нашли? Я всего 1, 2, 3. И вы же вместе будете сейчас открывать все. У меня 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ну, поделишься с... Значит, Злата, давай, поднеси. Это все тебе, это мне. Ты поделилась со Златочкой, какая ты молодец. А я вот этого себе оставила. Вау, ну что, пойдемте сядем, мы будем распечатывать подарки. Ну все, садись, Злата. Конечно. Представляешь, Мироша, там всего три дверки. Все можно найти три малыша. Ой, что это? Ой-ой-ой, щенок, настоящий. А это что? Мамка волшебная. Я что-то открываю, что же мне попадется? Пакетики, я это уже знаю. Вот. Чего?
осталось, у меня тоже было. Шарики, давайте вытаскивать. Розовый, фиолетовый и кристаллы. Ананас. И яблоко. Ой, кто-то синий! Синий утенок! Боже мой! Это дичь там попадает. Дичь, а? Нет. Ботиночки! Угу. А для кого ботиночки? Для Дити. А где Дитя? Звезды! Кто-то твоя мечта! Космос и звездок! Что? А, нужно собрать звезд! Значит, это просто салют. Нет, игрушка. Как это игрушка? Игрушка вот. Смотри, радуга. Покажи. Смотри, что у нас. Блин, не надо. Представляете, у нее скейтборд. Ну, сзади. Ребята, не успокойтесь. А что там? Скелет? Я сейчас помню. Милося, посмотри на меня. Посмотри, Милося. Смотри. Ну и так, я готова. Два. Три. Что? Вот, а кто тебе попадется? Если это будет малыш крути. Самый крутой пластилин. Самый крутой поедок. Что, модель? Покажи. О! Мне еще пластилин! Вонючка! Зачем открыла вонючку? Мирось, расскажи, что с ним не то? Почему ты сказала Бе? Потому что он пахнет. Понюхайте! Как будто бы это хлеб. Спасибо, котик. Что это? Вот так. Покажи. Его стошнило. Покажи, Мирос. Рвота! Он случайно выпал. Кто это у тебя? Показывай. О, как он... Всем пока! Вы на сестренке шоу! Не забывайте ставить лайки! Если это 50 миллионов, если хочешь лайка!